готовьтесь к бою. А тем временем, мои дорогие друзья, вы лицезреете гранд-финал. Начнется через... 1-1 счет, и Deep Embrace очень аимная карта. Посмотрим. Результаты вообще непредсказуемы на данный момент. Только что именно в щи на Авокине Стоун отлетел от Сириуса. Не имея шафта, Сириус не все позиции может выбрать для драки, и поэтому это как-то жмет его сейчас. Тем временем Стоун проходит на рельсу и... пиздюлей плотно отхватил, да, это можно только так... Ой, штраф на рельсе! Ой, на меге! Молодчиком, есть разница, 6 секунд, можно на Deep Embrace добежать. С меги до красного за 6 секунд можно, да. Сфера решает так близко находиться к заультованному рейнджеру. Никогда нельзя было, ребята. Сфера — это дополнительная жесткая ракета. Сириус нашел рассадник от Стоуна. Но, ребята, вот она рельса. Какая красивая рельса от Сириуса. Пытается контролировать ситуацию, не теряя позиции. Его встретил шелест тотемов. Но рельса, всаженная в рожу оппонента, приносит как куда более приятный звук. Так. Ай-яй-яй, вот тут опасно, соляр. И Стоун сразу же реализовывает. Запах крови Сириуса развеялся над картой. И, ребята, Стоун ищет точку, с которой он начнет свое шествие по быстрым фрагам. Но посмотрите, какая ситуация. Сириус не столь глуп, так скажем. И зареспаунившись, он не стал бежать куда-то. Он... начал слушать оппонента и бежать только в противоположную сторону. Маленький дамаг. Секунда до красного. Красный достается Сириусу. И неплохая атака. Не держит рельсу. Ебать, там полетели сферы, рельсы. Все смешалось. И, ну, подытожим очередной. 5-й фраг на счету Сириуса. И, боже мой. Неужели, ребята, это революционный турнир? И мы не будем загадывать. И мы не будем загадывать. Ведь как только начали, сразу какую-то дичь начал Сириус творить. Красный на счету Стоуна и... Здесь труба, ребята, не реализовалась одна из рельс, и Стоун такого не прощает. Конечно же, зафражил Сириуса, и это еще один фраг, и прогон по респам. Смотрите, Сириус снова не стал бежать вперед, дабы абуз по респам на Deep Embrace не стал абузом, так скажем, для Стоуна. Красивая игра вообще. Красивая игра, очень мне нравится. Особенно, как выступает Сириус в этом турнире, ребята. Сори, кто не согласен, но каждый из нас имеет право иметь свое время. Имеет право иметь свое мнение. А я, помимо того, что имею свое мнение, и ваше тоже имею, ребята. Такая, блядь, гуморезка выскочила. Шутка-минутка. Так. Я, конечно же, не серьезно. Так. Секундочку. Стоуна есть шансы, однако... 7 секунд, и здесь уже Сириус. Будет ли... Какой-то джамп пытается найти точку атаки и... Да, ребята, это штраф. Немало. Пришлось семечек похавать.
Сириус явно не спешит, но преградивший путь тотем позволил Стоуну ебать! Вот это вот хайлайты, ребята, сравнивает счет Стоуна и на серьезных щах перемещается на деф красного. Ха-ха-ха-ха! Да, Петр может показать. Может показать, где зимуют. Ух! Еще один фраг супермашинки. 6-8. Кто бы мог подумать, ребята? Крадет у Стоуна красный. Сириус. Один фраг, ребята, у Стоуна не очень хороший респаун, проконтролировать мегу и подъем ее он не может, даже тайминг, наверное, вряд ли знает, судя с той позиции, которую он занимал на тот момент. Желтый имеется. Сириус не держит рельсу. Да, ребята. Только лишь почувствовать кровь. Сразу поддушивает Стоун. И явно поднимая, что фраги дефицитные, фраги нужны. Востребованные, ребята. Высокий курс. Одновременно подняты айтемы. И что же предпримет Сириус? Очень интересно. Красиво, ребята, еще соточка хп осталось у Сириоуса. И быстрый фраг от Стоуна. Не ожидал все-таки Сириус, что Стоун пойдет в атаку настолько рьяно. 45. Все еще не очевидно. Нет ракеты у Сириуса и явное отсутствие всех пушек в пуле. Видно, что профессионализм страдает. Они нужны, как минимум нужны, да. Эх, ребята, все-таки Стоун забрал мегу. Угу. И у Сириуса не было шансов выжить в том бое. Забрал, все-таки отвоевал красный Сириус. Но оверхил Стоуна ему реально под... Подмогает, короче. Есть первая рельса. Так, может быть, еще? Эх, ребята! Загнал в угол вроде бы, нет? Не знает Стоунс откуда. Сириус продамажит в следующий раз, но... Позицию на красный тайминг знает. Красный, на чьем счету? Ай-яй-яй, снова из-под носа, ребята, Сириуса. Стоун уносит основной айтем на этот раз, это красный. Да, очень похоже на ГГ теперь вообще. ГГ пишет Сириус, да. Да, однозначно. 2-1 в пользу Стоуна по картам.